Здравствуйте. Меня зовут Вова Сарапульцев, мне 25 лет. Я закончил театральное училище имени Щепкина на курсе Коршунова в 2020 году. У меня уже есть опыт главных ролей в коротких метрах, в полных метрах. Снимался в фильме «Император», сыграл главную роль и на Выборгском фестивале получил приз за дуэт антагонистов. Сейчас вот побрился для комедийной роли в одном сериале. До этого были только драматические роли, а вот сейчас развиваюсь, расширяюсь, учусь чему-то новому. Буду рад сотрудничеству. Спасибо.